красном трико на ковре А. Ариф Мирзаев, город Москва, мастер спорта в синем трико. Ибрагим Лабазанов, Санкт-Петербург, Ростовская область, мастер спорта международного класса. Он является чемпионом России, победителем международного турнира на приз Поддубного. Досрочную победу на ковре А за 1 минуту 20 секунд одержал Ибрагим Лабазанов, Санкт-Петербург, Ростовская область, мастер спорта международного класса. На ковер А приглашается Висаитов, Чеченская республика, Емелин, Республика Мордовия, Московская область. Семенов, Санал, Люстрицкий, Дмитрий приготовится на ковер А. Встречу на ковре Б судит бригада судей. Руководитель ковра, судья международной категории Аркадий Бердников, город Томск. Судья на ковре, судья международной категории Александр Курилов, город Новосибирск. Боковой судья ковра Б, судья международной категории Дмитрий Коршунов, город Владимир. В красном трико на ковре А. Аслам Васаитов, Чеченская республика, мастер спорта, синим трико Сергей Емелин, Республика Мордовия, Московская область, мастер спорта международного класса. На ковре Б после первого периода ведет Алексей Мишин, Мордовия, Москва, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах. Борца в синем трико на ковре Б секундирует заслуженный тренер России Александр Тараканов.
Встречу на ковре А судит бригада судей. Руководитель ковра, судья международной категории Владимир Трушин, город Ростов-на-Дону. Судья на ковре, судья международной категории Олег Дюшко, Ямало-Ненецкий автономный округ. Боковой судья ковра А, судья международной категории Виталий Павлов, город Воркута. Досрочную техническую победу на ковре «Б» одержал олимпийский чемпион.